Всем привет! Меня зовут Жанна, мне 18 лет. Я закончила 11 класс и собираюсь поступать на факультет финансов и экономики. А как вы все знаете, что инвестиции являются одним из главных факторов развития экономики. Этому и посвящена моя исследовательская работа, а точнее инвестиционная индустрия Казахстана, проблемы и перспективы ее развития. А также сегодня я буду брать интервью одного из сильнейших специалистов в этом вопросе. В нашей стране ведется большая работа по созданию благоприятного инвестиционного климата. Для этого открывают специальные экономические и индустриальные зоны. Также финансовый центр, институты развития и разрабатывается правовая основа. Инвестиционная привлекательность страны напрямую зависит от созданной инфраструктуры поддержки отечественных и иностранных инвесторов. Кстати, вопрос привлечения иностранных инвестиций в экономику актуален в любой стране мира. Сейчас в гонку за иностранные инвестиции вступили не только развивающиеся страны, но и развитые государства. Каждая из них принимает меры по улучшению инвестиционного климата и предоставлению выгодных условий для ведения бизнеса. То есть отменяет налоги и предоставляет массу льгот. А инвесторы же выбирают страны, которые гарантируют прозрачную и комфортную бизнес-среду. Казахстан является одной из таких стран. Добрый день, Нариман. В рамках предмета инвестиций я собираю мнение экспертов по теме «Инвестиционная индустрия Казахстана», то есть проблемы и перспективы развития. И я бы хотела узнать ваше мнение касательно некоторых вопросов. Добрый день. Давайте, очень рад знакомству и постараюсь вам помочь. Итак, первый вопрос. Как инвесторами принимаются инвестиционные решения? Ну, смотрите, любой инвестор имеет своей целью, да, сохранить и приумножить свой капитал. Когда данное решение принимается, инвестиционное, составляется своего рода инвестиционная политика. Из чего она состоит? Каждый инвестор определяет для себя те или иные целевые значения доходности, которые ему, скажем так, необходимы или интересны. Также определяется тот уровень риска и его определение, на который инвестор готов пойти. Помимо этого, есть другие составляющие, такие как налоговое законодательство, налоги, которые нужно будет учитывать, юридические составляющие, инвестиционный горизонт, ликвидность, которая требуется от инвестиционного портфеля. И также есть другие такие частные, скажем так, факторы, такие как экологические взгляды, да, то есть как бы те проекты, которые по тем или иным экологическим соображениям инвестор хочет инвестировать или нет. Религиозные взгляды тоже очень немаловажны. Исходя из всех этих факторов, составляется инвестиционная политика, и в последующем инвестор формирует свой портфель, набирая определенную различную группу активов различных, да, следуя принципам диверсификации, набирает определенную группу активов, которая наиболее соответствует его вот этим целям, и он может получить вот это вот желаемое, скажем так, ожидание в наиболее эффективным образом. Теперь, когда вот эта группа активов, из чего она состоит, то есть на верхнем уровне все активы делятся как бы на акционерный, долговой капитал. Это группа активов, да? Акционерный, долговой капитал, недвижимость, сырьевые металлы, сырьевые товары, какие-то другие, скажем так, частные формы, там, стратегии и так далее. И из всех этих групп потом они также могут подразделяться на подгруппы. Это по признакам рынка, по географическим признакам, по индустриальным признакам. И из всех этих групп формируется вот этот портфель, который соответствует тем ожиданиям, желаниям и взглядам инвестора с учетом всех его, скажем так, влияющих, ну, факторов, которые я уже говорил, да, там налоги, юридическая составляющая и так далее. Это широкая структура, которая имеет свою целью получить доход, максимально возможный доход при том уровне риска, который инвестор готов себе позволить. То есть и набор именно широкого диапазона активов, он как бы позволяет диверсифицироваться, и, скажем так, тогда, когда та или иная группа активов, она, скажем так, ведет себя не так, как хотелось бы, другая группа это компенсирует. И это и есть как бы такой основной принцип диверсификации. Хорошо, мой следующий вопрос – это для каких инвесторов Казахстан может быть интересен?
Казахстан в первую очередь имеет довольно широкий спектр, скажем так, полезных ископаемых, да, это можно определить в группе сырьевые товары, да, то есть у нас, ну, все, это всем известно, что у нас вся таблица Менделеева есть, это в первую очередь. Во вторую очередь у нас, я считаю, довольно большой потенциал именно в сельскохозяйственной отрасли. Вот. Также вот с недавнего прошлого у нас реализуются инфраструктурные проекты в рамках программы «Один пояс, один путь». У нас также есть, мне кажется, довольно большой потенциал для реализации проектов в рамках зеленой экономики, да, то есть это альтернативные источники энергии, гидроэнергетика, ветряная энергетика. И все те инвесторы, которые хотели бы дополнить свой портфель именно, скажем так, товарами, да, сырьевыми товарами, пусть это будут драгоценные производственные металлы, сельскохозяйственные товары, а также хотели бы поучаствовать в инфраструктурных проектах и в энергетических проектах, я думаю, они могли бы, скажем так, проинвестировать в Казахстан, и это довольно хорошо, скажем так, сочеталось бы с их портфелем. При этом следует отметить, что Казахстан сам относится к категории развивающихся рынков. Да, то есть это подразумевает то, что это такой более рискованный рынок, нежели развитый. Поэтому тогда, когда инвесторы хотят сюда войти, они смотрят те проекты, которые могут обеспечить в долгосрочной перспективе уровень доходности, соответствующий тому уровню риска, который они готовы на себя принять. Скажем так, что да, уровень роста, да, то есть как бы в инвестициях все, потенциал — это рост, возможность роста, и развивающиеся рынки, да, они имеют больший потенциал именно для получения большей доходности, да, то есть как бы поэтому они являются интересными для тех инвесторов, которые в долгосрочной перспективе имеют интересом именно вот ту часть увеличения, скажем так, рост своего портфеля. Но как бы при этом, а это довольно инвесторы, которые имеют определенную экспертизу, и они понимают все соответствующие риски, которые связаны с такими инвестициями. Хорошо. А какие направления вы могли бы выделить в настоящее время? Если говорить про текущее время, ну, как вы сами знаете, оно характеризируется отсутствием роста, да, даже в некоторых в части отрицательный рост показывает, да, рецессию, и довольно высокая волатильность. В таких ситуациях инвесторы, именно что касается публичных рынков, предпочитают уходить в более развитые рынки, менее рискованные активы. Но специфика именно Казахстана, да, то есть как бы для Казахстана я бы отметил то, что здесь у нас преимущественно такие частные проекты, а для частного капитала это, наоборот, период возможностей. Почему? Потому что стимулирующие действия, которые предпринимают центральные банки, они удешевляют стоимость капитала. Таким образом, те проекты, которые, возможно, до этого уже были рассматривались, и они по тем или иным причинам не были профинансированы, именно сейчас, возможно, они могут быть профинансированы, и это может быть те же самые инфраструктурные проекты, те же самые проекты по альтернативным источникам энергии, сельскохозяйственные проекты. Из публичных секторов я бы, наверное, отметил компании, которые занимаются добычей драгоценных металлов. Почему? Потому что в период волатильности именно драгоценные металлы вызывают большой интерес у инвесторов. И те компании, которые занимаются именно добычей драгоценных металлов, они сейчас имеют довольно большой интерес со стороны инвесторов. Потенциал есть всегда. Почему? Потому что коронавирус – это текущее явление, да, оно, на мой взгляд, дает какую-то неопределенность, но так или иначе, я предполагаю, что там, ну сколько там, год-два этот вопрос будет решен. А если мы говорим про инвестиционный процесс, это тоже как бы процесс не одного дня. Да, то есть и так или иначе, там, спустя определенное время, именно сейчас можно привлечь более дешевый капитал, чтобы реализовать проект и запустить его спустя какое-то время, когда его уже практически не будет. Да? То есть, поэтому я думаю, наоборот, для большинства проектов это больше возможность, нежели преграда. Какую роль играет инвестиционная инфраструктура и как она развивается в Казахстане?
Но, как я уже говорил, что такие юридические вопросы, налоговое законодательство, они являются немаловажными, очень важными составляющими любой инвестиционной политики. Также немаловажной является сама инфраструктура, на которой заключаются сделки. Да? Почему? Потому что любой инвестор, он должен быть уверен в своих правах на сохранность инвестиций, ну, то есть иметь определенные гарантии и понимать правила, процесс и процессы, по которым ему предстоит работать, да, то есть в той или иной сфере. Поэтому это играет очень важную роль. В целом Казахстан можно охарактеризовать как страну, которая имеет очень дружелюбное отношение к инвесторам, как по налоговому законодательству, так и по юридическому праву. То есть Казахстан предпринимает шаги по развитию своего фондового рынка с момента получения независимости. Да? То есть одним из последних шагов, да, инициатив является создание Международного финансового центра Астана. В чем его отличие от предыдущих инициатив? Это то, что данный Международный финансовый центр имеет своим основным правом, это английское право. Да? То есть он основывается на английском праве, и эта юрисдикция, она уникальна для Центральной Азии. И английское право является правом, на котором, по которым работают практически все юрисдикции развитых рынков. Соответственно, как бы эта юрисдикция, это право, оно является понятным и знакомым для большинства инвесторов. То есть и своего, таким образом она убирает преграды. Также у нас, как бы, что касается инфраструктуры, самой физической, я думаю, она тоже у нас ну, как бы, находится на очень высоком уровне. Да? То есть у нас есть биржа в Астане АИКС, которая имеет своим партнером NASDAQ, Шанхайскую биржу. Поэтому все составляющие инфраструктурные, я думаю, находятся на необходимом конкурентном уровне. Какие основные преграды привлечения инвестиций в Казахстан вы видите? Да, есть. Это, наверное, я бы определил две основные. Но первая преграда, это не то, что преграда, это вопрос, над которым необходимо работать и который нужно решать, это ликвидность. То есть казахстанский рынок, он довольно небольшой и не столь ликвиден, как хотелось бы. Да? То есть вообще, если говорить про любую инвестицию, у каждого инвестора есть инвестиционный горизонт. И по истечении этого инвестиционного горизонта, то есть как бы после того, как он зашел в проект, реализовал его, его желанием является выйти из этого проекта, да, то есть как бы продать свою долю, скажем так, и реализовать свою прибыль, получить свою прибыль, чтобы реализовать следующие проекты. С этой точки зрения наиболее, скажем так, интересным и эффективным, да, то есть прибыльным способом выхода является реализация доли на публичном рынке. Вот. Сейчас как бы наш рынок развивается, и я думаю, что в перспективе, я надеюсь, что он будет более ликвиден, чем сейчас. Также, если говорить про то, что, допустим, если компания еще на момент выхода не готова к публичному размещению, то также альтернативой является, ну, как бы вторичная продажа в рынок частного капитала. В Казахстане, к сожалению, мне кажется, рынок частного капитала также очень сконцентрирован, и найти покупателя – это довольно непростая задача. Поэтому это первый вопрос, наверное, вот эта вот ликвидность. Второй момент, который я хотел бы отметить, это, наверное, сама, скажем так, качество проектов на этапе их уже непосредственно реализации. Да? То есть любая сделка, она начинается с процедуры оценки проекта, это due diligence. На этом этапе инвесторы оценивают сам проект, саму стоимость проекта, оценивают риски, перспективы, да? То есть юридический аспект, налоговый аспект, структурируют сделку. К сожалению, качество исходной информации оставляет желать лучшего. Да? То есть, но на этапе due diligence это решаемый вопрос. Почему? Потому что инвесторы могут привлечь консалтинговые компании, да, то есть как бы это может быть чуть дороже, дольше, но этот вопрос решаем. Но, к сожалению, на этапе реализации самого проекта, да, там, то есть даже в регионах и так далее,
привлекать постоянно консалтинговые компании для того, чтобы получать качественную информацию и принимать правильные своевременные решения, мне кажется, это не совсем целесообразно. Поэтому это влияет, скажем так, на успешность реализации проектов и, в свою очередь, влияет, ну, скажем так, является преградой, да, преградой и причиной, ну, допустим, тех же самых неуспешных реализаций там, ряда проектов. То есть именно компетенция на местах, я бы так назвал. Мы как рынок маленький, относительно молодые, да, то есть у нас еще все впереди. И сейчас, то есть по мере того, как Казахстан будет развиваться, по мере того, как сюда будет приходить больше инвесторов, как бы это первый фактор, который будет влиять на ликвидность. Второй фактор, непосредственно само население у нас не столь сильно, скажем так, понимает фондовый рынок, да, то есть это говорит о инвестиционной грамотности, понимает его и хочет с ним работать. В последнее время эта тенденция чуть улучшается, но в целом, если говорить но население фондовый рынок, оно довольно низкое. Но я надеюсь, что со временем люди будут понимать, что можно инвестировать не только в приобретение квартир. Как вы знаете, экономистов, юристов и так далее у нас довольно много, но оставляет желать лучшего само качество. Да? То есть как бы у нас очень много специалистов, но, скорее всего, они, наверное, более сконцентрированы по двум городам, это Алматы и Астана. Что говорить? Если говорить про локальные кадры, да, то есть как бы именно в регионах где-то, то я думаю, там очень много умных, талантливых ребят, но их можно было бы немного прокачать, скажем так, прокачать, чтобы они понимали, как нужно работать, как нужно структурировать информацию, какие аспекты важны и на что необходимо, как необходимо даже считать и готовить, да, информацию даже при оценке проекта, то есть как бы на что необходимо обращать внимание. Вот, и как нужно отрабатывать проект. Угу, поняла. А что бы вы тогда посоветовали профессионалам Казахстана? В первую очередь это развиваться профессионально. То есть для всех я бы порекомендовал, скорее всего, сейчас это является актуальным именно в части профессионального развития, это получение профессиональных сертификаций международных. Да? То есть я пояснил, чем они хороши. Во-первых, любая профессиональная сертификация, она позволяет получить те или иные знания без отрыва от производства. То есть для этого нет необходимости куда-то ехать, там что-то еще делать. То есть человек любой может работать и при этом проходить параллельно, получать обучение и проходить ту или иную, получать те или иные знания. Это первый момент. Второй момент, что чем они хороши, то что они, в принципе, гораздо дешевле, да, чем большинство тех же самых программ вузов. В-третьих, сам теоретический материал, на котором они основаны, он больше имеет практический уклон. Почему? Потому что эти сертификации, они готовятся теми людьми, которые непосредственно самой индустрией. И тот материал, который они дают, они чаще всего сфокусированы на конкретных практических вопросах. Также сама индустрия, она имеет свойство меняться, да, и меняться постоянно. Она постоянно развивается. И когда человек входит в то или иное профессиональное сообщество, у него появляется доступ к информации на постоянной основе, то есть он может всегда идти в ногу со временем, с учетом последних тенденций, последних изменений, допустим, того же самого коронавируса, который произошел сейчас, он так или иначе повлияет на все понимание, осознание финансовых рынков. Да? Вот. И тоже, что немаловажно, это само сообщество. То есть участие в конференциях, общение с такими же профессионалами позволяет расширить профессиональную сеть и перенимать где-то сам непосредственно практический опыт. Ну и для самих профессионалов, скажем так, кто участвует в таких, кто хочет получить эту сертификацию, это является признанием, да, то есть это открывает какие-то карьерные перспективы, карьерные возможности. Почему? Потому что это уже своего рода такой знак качества. Хорошо.
А какую сертификацию посоветуете для финансовых аналитиков? Для финансовых аналитиков, ну, я на своем примере посоветовал сертификацию Chartered Financial Analyst, CFA. Это сертификация, которая проводится CFA Institute, да, то есть это американская организация. Сейчас это уже такая международная организация, которая имеет довольно долгую историю. Сама сертификация предполагает 3 уровня экзаменов и необходимо, ну, наличие 4 лет опыта. Вот, первый уровень является вводным, он фокусируется непосредственно на понимании инвестиционной индустрии и финансовых рынков, корпоративных финансов и так далее. Второй уровень фокусируется на оценке различных видов активов, различных финансовых инструментов, вот, оценки компаний. И третий уровень, он фокусируется непосредственно на управлении инвестиционным портфелем. Да, то есть это довольно такая объемная сертификация, и я бы, наверное, сравнил с очень хорошей программой магистратуры, да, в зарубежном вузе. Для того, чтобы получить сертификацию, в принципе, самое главное – желание. Да, то есть самое главное – ваше желание. Если у вас есть желание, в принципе, у нас в МФЦА есть бюро непрерывного профессионального развития, есть как бы определенные тренинги, которые позволят вам подготовиться к сдаче любого из этих уровней. Что необходимо в качестве пререквизита для того, чтобы вы могли, скажем так, пройти, это знание английского языка. Да? То есть он у вас должен быть, ну, на довольно хорошем уровне, скажем так. Знание английского языка и желание. Что касается материалов, там нету абсолютно ничего сложного. Есть определенная методология, как можно изучить, подготовиться. Но в целом, я думаю, это будет полезно абсолютно любому студенту, который, ну, допустим, выпускается и который видит свое будущее именно в инвестиционной индустрии, особенно тем, кто получает образование у нас в Казахстане, чтобы они имели, скажем так, уровень знаний, соответствующий мировым требованиям. Кроме профессиональных сертификаций, всем профессионалам, да, то есть профессионалам современного времени, я бы порекомендовал не фокусироваться только на одной отрасли. Да, то есть сейчас индустрия настолько изменилась, что просто знать финансы, просто знать бухгалтерию, просто знать еще что-то, этого недостаточно. Ну, тренды современного времени требуют, чтобы были своего рода такие смежные специальности. Да, то есть если вы финансовый аналитик, то вы должны быть финансовым аналитиком, который знает, допустим, те или иные языки программирования и может не только применить свои профессиональные финансовые знания, но и как бы выложить их, разработав тот или иной продукт или, скажем так, оптимизировать те или иные процессы, которые позволят увеличить эффективность. Поэтому сейчас очень много возможностей для саморазвития, да, то есть для этого не надо никуда ехать, есть различные курсы, как у нас, да, допустим, вот у нас есть сейчас школа Квант, которая готовит профессионалов именно в IT-сфере, так и любой человек, даже если он пока еще, допустим, думает, что он ничего не знает, он может начать с азов, но в любом случае всем казахстанцам я бы порекомендовал заниматься именно профессиональным развитием, да, то есть как бы и быть не сфокусированным на какой-то узкой цели, ну, узкой сфере, да, а развиваться параллельно в нескольких направлениях. Это позволит, во-первых, будет способствовать в целом развитию нашей страны, да, то есть как бы наши горизонты расширятся, то есть как бы знание – это дверь, да, дверь к новым горизонтам. И плюс это даст карьерное, да, преимущество, конкурентоспособность на рынке к любому профессионалу. Да, то есть поэтому, ну, как я уже сказал, если вы хотите быть финансовым аналитиком, да, там, студенты, допустим, то нужно развивать в своей непосредственно профессиональной сфере, да, то есть как бы получать сертификации своего рода. Б, нужно развиваться параллельно, то есть в прикладных вещах, такие как программирование. Ну и С, это как бы непосредственно развивать себя, то есть уметь излагать свои мысли, уметь
делать презентации и так далее. То есть, как бы, своего рода soft skills, коммуницировать, да, то есть, работать в команде. То есть, это все навыки, которые вам в жизни пригодятся и которые очень востребованы сейчас. Спасибо вам большое за такую интересную беседу, Нариман. Правда, это очень важно, ваше мнение для моей исследовательской работы. Так что, правда, большое вам спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Казахстан расположен на перекрестке Европы и Азии между двумя крупнейшими мировыми рынками. Благодаря этому расположению наша страна является современным транзитным узелом в самом сердце евразийского континента. Именно поэтому нас выбирают самые авторитетные инвесторы. Инвестиции – это очень интересная тема для исследований, но эта сфера требует от специалиста постоянного обучения и приобретения новых навыков.